То есть теперь нормально тоже раздал, да? Ну, наверное, да, 20 миллиметров отрезать. И продлить. Здесь на 30, наверное, продлить резьбу. И с той стороны так же, да? Да. Это все по науке, да? Ну, да, вроде как. У нас получилось не по науке, потому что у нас в чертежах были ступицы, кулаки поворотные с девятки. Там шарово уходит сюда дальше. Mm-hmm. А здесь с классики. Сошка. И пока. Пришлось перегнуть, чтобы попал. То есть тяга укоротится и все будет как надо, да? Да, схождение тоже. Сошки загнул туда дальше. А ты его загнул еще, да? Почему загнул? Сейчас, как Акерманы? Кто Акерманы? Кто Акерманы? Кто Акерманы, да? Вован Акерман. Вован Акерман. Еврей, я видел такой. Вован. Вованчик, Акерманчик. Сейчас все должно хорошо быть, да? Да хрен. Мы же не инженеры, мы же колхозники с угольного региона. Да, колхозники, это еще, да, точно сказал человек один. Земляк, кстати, наш. Ага. И не обидно нисколько же? Где-то. Ну подожди, ты еще второе колесо, оно будет сейчас мешать. Вот, вот, Слава. Ось, так вот, Слава. Слава, вот. Вот это вот есть угол. Блин, узнал слово, блин, Мерседес. Это угол Мерседеса, да? Выпал. Палец выпал. Рычаг. Да я видел. Вован накрутил что-то. О! А тут-то? А тут-то не так. Ну это надо раскручивать. Далеко, но там не так. Ага,
про это. Про фиксировщика не выложил.
улыбаемся и машем. Трава и семена там травы, все. Все в ебле, да? Да ты летел, ты вообще дороги вообще не смотрел, наверное.